Я житель Севера. Что для меня мой Север? Наверное, это моя память. В моем возрасте что еще остается? Только вспоминаю. Ах, воспоминания. Здесь я родился, прожил всю свою жизнь. Это моя родина, мой дом, моя судьба. На моих глазах этот город строился, менялся и, к сожалению, рушился. А вместе с этим проходила и моя жизнь. Здесь мы учились, вырастали. Кто-то потом уезжал, кто-то оставался. Создавались семьи, рождались дети. Здесь жили наши родители, которых уже, к сожалению, нет. Мне в последнее время часто старый дом снится, где я все свое детство провел. Там у меня товарищ жил. Так вот почему-то окно над малиной, где мы ягоды летом собирали, особенно часто не вспоминается. И так хорошо становится на душе, так приятно. Эх, снова бы вернуться в это замечательное время. Увидеть друзей, вспомнить молодыми родителей, ощутить домашнее тепло.